На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне 4 матчами на льду Чижовка-арена открылся 14-й рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз президента Республики Беларусь. Сборная нашей страны стартовала с победы. Беларусы со счетом 12-7 были сильнее команды Объединенных Арабских Эмиратов. Уже в первом периоде хозяева льда отправили в ворота соперника 6 безответных шайб. Однако на старте заключительной третьей игры команда Эмиратов подобралась вплотную в счете 7-6. Белорусы не позволили сопернику переломить ход матча и победили. В других играх россияне без вариантов были сильнее сборной «Балкан» 19-1. Швейцарцы одолели китайцев 7-4. Чехи были сильнее шведов 19-3. Сегодня сборная Беларуси встречается с командой Китая. Финал рождественского турнира состоится 7 января. Сегодня хоккейный клуб «Гомель» сыграет первый матч в 2018 году. Рыси на своем льду встречаются со столичной юностью. Напомню, что 2 днями ранее команда Михаила Захарова гостила в Жлобине. Минчане со счетом 4-1 переиграли местный «Металлург». Юность сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны в экстралиге. Гомель на 4-м месте, «Металлург» на 5-м. Мужская сборная Беларуси по гандболу продолжает подготовку к чемпионату Европы, который 12 января стартует в Хорватии. Сейчас наша команда находится в испанском городе Понтеведра. Беларусы принимают участие в 43-м традиционном международном турнире памяти Доминго Барсеноса. Соперники дружины Юрия Шевцова – команды Аргентины, Испании и Польши. Сегодня беларусы играют с испанцами. На турнир в составе сборной отправились 17 гандболистов. Среди них и голкипер Гомеля Артем Подосинов. Турнир в Испании – это последний этап подготовки к чемпионату Европы. В понедельник, 8 января, определятся полуфиналисты Кубка страны по мини-футболу. В этот день состоятся ответные поединки 1/4 финала. Напомню, что оба представителя нашего региона сыграли со своими соперниками в ничью. ВРЗ «Дорожник» 2-2, АБЧ «Столица» 3-3. Если гомельским командам удастся одолеть своих противников, то в полуфинале нас ожидает гомельское дерби. Эта стадия также состоит из 2 матчей. Они запланированы на 21 и 24 января. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».